Пойду ли я голосовать за изменения в Конституции? Да, пойду. Я не буду рассуждать о всех полезных изменениях в статьях основного закона. Скажу лишь об одной статье, которая касается меня лично. Мой дед Чижов Павел Петрович, боевой офицер, полковник, артиллерист, свою войну начал в 1939 году на советско-финской границе. Прошел всю Великую Отечественную войну, имеет ордена и медали. Был ранен под Кёнигсбергом. Но в 1945-м свою войну не закончил. Был переброшен на Дальний Восток для войны с Японией. Свою войну мой дед закончил в 1946 году. И пока дед был жив, о войне я знаю с первых уст. К сожалению, ветеранов и участников той Великой войны осталось совсем мало. Кто расскажет молодому поколению всю правду о той войне? И я хочу, чтобы на законодательном уровне была закреплена вся правда о подвиге нашего великого народа. 1 июля – день общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. Наша страна, наша Конституция, наше решение.